такая, что деформировала рану. Это когда смотришь на такие автомобили, он как бы боком движется. Вы знаете, что это уже автомобиль, который был в ДТП. Причем в сильном ДТП. Деформирована сама рама. Что, впереди солнце? Будем приноравливаться, если в объектив поставлю на левую сторону, на правую. Рассчитываю двигаться час-полтора. Посмотрим по дорожным счетам информационным, где поменяю карту памяти на фронтальном видеорегистраторе. Трещины на дороге, залиты битумом, по всей вероятности заизолировали, чтобы не продолжалось дальнейшее разрушение, когда в щель попадает вода, замерзает и раздавливает. Так, это мост. Справа. А, железнодорожный, да. Ну, узкоколейка. Харья бурный. Ручей бурный. Интересно, в таких ручьях не доводится, нет? Если ловить на удочку. Пощади съемку, не свети ярко. Thank you.
соответствующим разговариваем.
стоит, наверное, помочь поменять карту памяти. Это часа два. Наверное, движение.
это по 22-й год. Надеюсь, что слякоти там
место для остановки. Разбойники для маленьких, для легких автомобилей, для фуры это ничто. Тренд движения, что на этом, на датакаме, что хорошо, там бленда стоит, как бы с козырьком, с таким, от вертикальных солнечных лучей защищает съемку. Ну, такое, наверное, нужно и на тренд движен было делать. Самодельную. Тем более там есть место, куда ее насадить. Да, эти отбойники, они для легковых автомобилей, потому что на трассе Колыма Р-504 заснял последствия того, как бензовоз или топливозаправщик улетел в кювет. Водитель, слава богу, жив. Говорит, что его ослепили пылью. Проехал его коллега, стол пыли, ничего не видно. И вот он по инерции продолжил движение, не затормозив. Сказал водитель, потом разговаривал я с эвакуаторщиком, который на эвакуаторе в Якутск вез кабину с двигателем. Такая
дорога асфальтовая, ну, часа за полтора можно доехать. Я все свои расчеты излагаю. Это какой был? Пятый, наверное, участок. Если бы установили на трассе знаки, где можно воды набрать. Лужи с правой стороны покрыты льдом, хотя температура уже плюс 7 градусов.
будет от Якутска. Ну, может быть, это от... нулевого километра. Да нет, что-то не то. Это значит от развязки на трассе Амур. Ну тогда все правильно. 1200 с небольшим до Якутска. 400 километров, наверное, я уже отъехал от Бесняка. Правильно, наверное, говорить Нижний Бесняк, потому что кроме Бесняка, кроме Нижнего Бесняка, есть еще Бесняк. Ну, тоже поселок надо полагать.
заметно проходить.
поздно я его увидел. Слава Богу, я пошел.